Причиной пожара стал неисправный компьютер. ЧП произошло в областном онкологическом диспансере. Тревожная кнопка не сработала. Сотрудники быстро сориентировались и привели в действие второе устройство. К счастью, это только плановая проверка противопожарной безопасности. Однако именно такие тренировки позволяют сохранить человеческие жизни в случае реального возгорания. Отдельно спасатели отметили, что во время эвакуации медицинский персонал известил о произошедшем жильцов верхних этажей здания. По результатам учений действия сотрудников были оценены на удовлетворительно. Нами проводятся не только надзорные мероприятия, но и профилактические. В данном разрезе мы провели сегодня отработку плана эвакуации в онкологическом диспансере. Затем проводим инструктаж по требованию пожарной безопасности с персоналом данного учреждения.